смотрят во все глаза и трогают на ощупь. Еще бы шанс побывать в пожарной машине предоставляется нечасто. Да еще и за рулем автоцистерны. Пожарным не хочешь быть? Смотри. Пожарным? Не очень. Нет, ну понимаю, героично прям так. Ну, не знаю как-то. Но опасно. Да, опасно еще. Ну, интересно, конечно. Особенно вот ребенку, он любит все машины спецслужб, пожарных, полицейских. Он всегда на них обращает внимание. Близко мы никогда не подходили. А тут прям потрогали. А тут и потрогали. Вроде даже уходить не хотели, понравилось нам. Гладит, ему нравится. Золотистый ретривер – друг и помощник огнеборцев, машины и мотоциклы из прошлого, еще крутая фотозона. В честь дня пожарной охраны любой желающий мог примерить спецодежду, вес которой без малого 8 килограммов. Ее, к слову, спасатели надевают в считанные секунды. 23 секунды. Должен каждый пожарный уложиться в норматив по надеванию боевой одежды, потому что время – это же затрата времени на маршрут. Готовку, огонь ведь не ждет. Парад пожарной техники привлек сотни барнаульцев. Люди соскучились по масштабным гуляниям и хлынули на улицы. Дышать свежим воздухом и впитывать праздничную атмосферу. Все соскучились, я думаю, все с удовольствием ходят. Просто наслаждаются тем, что люди рядом, питаются этой энергией. Очень понравился концерт, потому что, ну, когда человек поет вживую, пробирает просто до костей. Поэтому, ну, здорово. К слову, одной из фишек праздника стал подъем жениха и невесты на подъемнике к небу. Такой подарок сделали коллеги-пожарные. Он работает в МЧС, ему позвонили, поздравили со свадьбой и позвали сюда. Мы за полчаса собрались с фотосессии и сюда приехали. Каково это наверху? Необычно, холодно, там прохладно. Кстати, на мероприятии барнаульцы смогли вспомнить навыки оказания первой медпомощи, а кто не умел, успешно их освоил. И кто знает, может быть, сегодняшний праздник в будущем спасет не одну жизнь. Валентина Аскерова, Николай Шилко, «День с толком».